Мирослава Карпович отправилась в Дубай вслед за Прилучным и Муценице. После развода Прилучный сошелся со звездой папиных дочек Мирославой Карпович. Но Агата делала недвусмысленное признание, что ее воссоединение с Павлом еще возможно. Прилучный внезапно опубликовал фотографию с Агатой и детьми с отдыха в Дубае. Фотография сделана во время совместной прогулки. «Несколько лет назад мы были в этом же месте. Как быстро дети растут», – подписал публикацию Прилучный. Мирослава Карпович явно была не готова отпустить возлюбленного в компании бывшей жены в отпуск, и поэтому она отправилась в Дубай вместе с Прилучным. Пока отношения актеров все больше стали напоминать жизнь шведской семьи. Фанаты Прилучного и Муценице снова пишут об их воссоединении. Экс-супруги никак не комментируют это. Павлу приходится оставлять Карпович в отеле, чтобы провести время с Агатой и детьми. А как вы считаете, сможет ли звезда папиных дочек потерпеть такого отношения к своей персоне?